Добрый день, меня зовут Никита Бенами. Я художник и ювелир и проживаю в Израиле. Ну, позвольте мне сначала поблагодарить вас за то неимоверное удовольствие, которое я испытала за эти несколько дней, просматривая все работы художников. Невероятное удовольствие. Среди вас столько талантливых людей, и что, кроме того, как сказать спасибо за эти несколько дней, я даже не знаю, что вам сказать, кроме того, что продолжайте, пишите, творите и несите эту радость людям, потому что некоторые ваши картины заставляют задуматься, некоторые ваши картины заставляют испытать счастье, некоторые ваши картины заставляют испытать горе. Это все замечательно, потому что искусство должно нести переживания. Так считаю я. Да, меня зовут Никита, и я художник и ювелир, который проживает в Израиле. Хочу отметить троих художников, которые мне показались наиболее затронули мои внутренние чувства, где-то там внутри, чувства, струны моей души, и доставили мне минуты наиболее проживаемые. Это Веста Шай, я надеюсь, что я произношу имена правильно, Веста Шай, Дарья Литвинец, и особенно я хочу отметить Хручко Дина за картину «Ангел». То, что меня потрясло в этой работе, это глаз ангела. Я очень трепетно отношусь к тому, когда люди пишут глаза и лицо и глаза. И в взгляде этого ангела я увидела нечеловеческую отрешенность, нечеловеческую любовь и нечеловеческую боль за то, что происходит на земле, за то, что происходит среди людей, и за то, как этот ангел видит это. Так что, Дина, за этот взгляд я отдаю вам мой голос за лучшую работу. Спасибо вам огромное. Спасибо всем. Всем удачи и спасибо, что послушали меня. Всем привет!